Как устроена Конституция РФ и что именно говорят законы главного нормативного акта страны? Эти вопросы студенты ведущих вузов Владимира обсудили с председателем Заксобрания Ольгой Хохловой и уполномоченным по правам человека Людмилой Романовой на встрече 30 декабря. Диалог состоялся в рамках областного проекта «Моя страна, моя Конституция». Студенты изучают конституционное право вместе с преподавателями на протяжении нескольких месяцев. У нас уже прошло 8 встреч, и каждая была посвящена совершенно разным темам. Вот одни из последних, это, насколько я помню, было связано с культурой и с культурными ценностями. Вот в своих уроках Конституции, которые идут в рамках этого проекта, я уделяю этому особое внимание. На отдельных уроках под названием «Разговоры о важном» волонтеры Конституции, так называют ребят, участвующих в проекте, обсуждают роль и значимость Конституции с лидерами общественного мнения. После обучения волонтерам предстоит выйти в школы и колледжи на доступном языке рассказать учащимся об основном законе страны. Мы сейчас проходим курс занятий, где мы встречаемся с руководителями государственных структур Владимирской области и просим их рассказать о своем понимании Конституции, поделиться своим отношением к Конституции. В начале встречи региональный омбудсмен рассказала ребятам биографию председателя Заксобрания. Среди прочего было выделено: спикер Заксобрания с 2018 года представляла Владимирскую область в Совете Федерации и принимала участие в голосовании за последние поправки в Конституцию, принятые в 2020 году. Обсудить с ребятами успели и культурные ценности, заложенные в измененном законе, и меры поддержки семьи, материнства и детства. И, наверное, не случайно наш президент объявил 2024 год годом семьи. И я просто уверена, что поддержка семьи, материнства, детства останется одной из ключевых направлений нашей социальной политики, нашего государства. И потому что в Конституции это записано, и потому что президент считает это приоритетом. Мы просто сейчас о социальной политике, не об экономической говорим. Да? Если мы будем трогать экономику, там другие приоритеты. А вот социальная политика именно это. На протяжении встречи ребята в обсуждении Конституции с председателем Заксобрания обсудили не только семейные ценности и социальные служение. Вопросы касались разных сфер, в том числе этапов развития отечественного конституционного права и аспектов защиты исторической памяти, а также сохранения национальных традиций народов России. Впереди у ребят еще много полезных встреч и практических занятий, промежуточные итоги которых будут подведены накануне Дня Конституции Российской Федерации. Маргарита Бычкова, Александр Агафонов, 6 канал.